Mitsubishi Pajero Sport. Раздатка. Масло было слито там неделю назад, наверное. Это то, что успело насбегать за там, неделю стояния. А сейчас еще секретное оружие. Так, это перчатка попала. Сейчас как-то попытаюсь расположить камеру, чтобы было видно. Так, сейчас чувствую, что буду ее с пола доставать. Надо ее поставить. Видно, не видно. Может, видно. Короче, так. Поставлю вот так. Вот так вот быстро. Еще если видно, то такая вот выливается чай, то есть грамм 100 масла там грязного. Вот столько масла, вот такое оно по составу. Почему-то конструкторы посчитали, что в принципе его не обязательно менять. Если разбавить, то есть все масло было цвета вот такой вот, как серебрянка, это оно уже отстоялось просто. Что говорю хозяину машины, что если его просто так поменять, вот такой налет, вот видно, пальцем провел. То есть вот эта вся серебрянка, она вся в раздатке. Если тут мазнуть вот по полу, вон, видно, какая выливается хрень. То есть вот это все, оно остается на дне, вон какой-то кусок. Железяка какая-то. То есть вот. Вот эта вся краса, она останется в карабасе, если не поменять здесь. И тут же она засрет все масло. Сейчас через это отверстие промоем, что сможем. Чтобы было чисто. Такая же история остается в заднем мосту. Пробка вот здесь. Получается, вот здесь остается где-то порядка 300 грамм масла или 400 при разборке моста. Тут вон суровый оффроуд, залезло бревно, лезло и не доломало тормозную трубку.